говорить на голос. Голос. Значит, скажи еще раз, я что-то тоже попробую, или напиши мне. Ну вот, я могу целый фрагмент скинуть. Давай. А ведь я хотел тебя. Так, музыку убить. Не потише. Да ты хорош. Мужик хорош. Ты хорош. А ты хорош, мужик. Успел среагировать. А ведь я хотел тебя убить. Да ты хорош, мужик, хорош. Молодец. Ты хорош. Хотел среагировать. Ведь я хотел тебя убить. Я сейчас представляю. Это странно. Это знаешь, как со стороны выглядит? Как? Какой-то, допустим, мужик, у которого спина сильно прихватила, так же. Успел среагировать, а я хотел тебя убить. Хорош, мужик. И вдобавок он успел голос себе сорвать. Не, ну дед старый, блядь. Максим, пойдем на поезд. Олег, ты с нами или будешь фармиться? С вами в любом случае. Какое бы говно не выпало, я хочу с вами. Да, брат за брата. Таковы традиции. Брат за брата, извините, таковы традиции. Брат за брата, извините, дело тут не в принципе. Дело тут не в принципе. Один за всех, брат за брата, все, хватит извиняться, или как там? Да ладно, моменты Roblox набрали 15 просмотров, а я играю в CSGO 6 просмотров, вау, много. Вопрос такой, Олег, когда ты там это в машине меня тоже сделал, ты знаешь, что там поется? Не. Блять. Ща, скинь свое видео, я попытаюсь объяснить. Что поется? Да, в это, как там, в видосе, это, Олега. Там просто же он, я там помню, постоянно этот мем где-то вставляли. Вот поэтому я решил я вставить этот фрагмент. Быстрее сюда! Смотри, кого я тебя нашел. Олег. Подожди. Вау. Сука. Подожди, посмотри, вот это парень, Максим. Максим, ты сразу покатываешь. Давайте её с собой пустим. Так, дайте, юзер. Кью, где она? Или он? Максим, это пацан! Ну нахер. Отец! Максим, ты чё, гей? Да давайте сюда! Олег, давай к нам! Гей спрашивает, ты гей, а ты гей? Гей спрашивает, ты гей, ты гей, да? Не, ну Максим, ну жёстко, ты чё так, с таким ещё лицом, знаешь? Еще вот того, знаешь, так сделал, уву, знаешь, еще написал. Вот третья минута, 37 секунда. Там ты говоришь, как там? И ты мне нужен. Потом. И потом следующая. А я по тебе скачаю. Знаешь? Это как-то выражение лица, которое у меня в машине, это просто подходит. Стоп, Максим, не тэпнуло, что ли? Подождем немного, может, его тэпнуть. Мне еще не сделали ромку, поэтому пока что все норм. Вдруг тэпнуло, у меня прям как-то
немножко. Ой, а в поезд забрался. О, блядь. Я в поезд забрался. Как ты в поезд забрался? Баком. Он чё, не тэпнулся? Максим, что ты видишь? Скажи. Белый экран. Машину. Он видит рай. Машину? Сам, где машину видишь? Не поезд именно? Случайно? Ты чё, не... Ты не понял отсылку? Машину. Поезд, что ли, блядь? Ах, это... Да, допустим. Меня в другом вагоне. Да ну то, что это, камень не океан, помнишь? Mm. Ну то, что там еще Джо, ну про Джо фон анимация. Блять, Максим, короче, ВХЗ, где ты? Что-то там. Максим, Олег, давай, побежали. Ой, жопи нахер. Там вообще-то, момент... Не, погоди, погоди, стой, это. Не, ну а в какой ты жопе вообще? Да я в другом вагоне, я же говорю. В другом измерении, понятно. Он попал в Джоджо. Вылетел. Меня даже не тэпнуло. У меня на записи все показано. И был, и ты вылетел. Ля, короче, хашера делают Мугин Трейн. Это надо заснять, блядь. Нет, Денис, да, вообще-то. Чё? Я имею в виду то, что... вот то, что вот этот мем, типа, рост у тебя минус 15, что ты видишь? А. И это, короче, отвечает... А, машину! Чёрок, ой, да уж, и его сбивает. Что ты видишь? Машину. А, меня тихо. Я могу. Помогите мне собрать. Как-то, помогите мне собрать деньги на детдом. Сука. Чтобы не помирать там с голоду. Чтобы отдать моего старшего брата туда. Да не бомбит у меня! Ты чё ревёшь? А чё не говоришь, что у меня бомбит, но у меня нет бомбит! Что ты понял? Молчание это что ты понял? Нет, то что ты... В каком вагоне ты? Я же говорю... Я в вагоне том, который... В атаку! Проснулся, Олегин? Да. Я почувствовал битву. Для меня эта битва будет... Я почувствовал запах говна. Ведь я бог всего блестящего. Да, да. Я чувствовать запах говна. Я истребить говно. Ну ты что, обосрался? Да, от страха. Пугались? Давай, блядь, ты обосрался. Максим, спасибо, то, что ты за место меня смонтировал это видос. Какой? Ты мне просто Джоджо песню вставил, все, спасибо. Понял. Бля, даже никакую музыку не надо накладывать. Я все равно буду что-то обрезать. Девятая часть Джоджо выходит, ё-моё. Да. Да сколько этих Джоджо, блядь? Да, легендарно. Изи. Кто там фонарик включил? Или это у меня? Я. А, это у меня. Ну ты гений. Нет, это не у меня. И не у меня. Вот сейчас я включу у себя. Как же эта песня подходит. На дроп тоже не буду надевать, сразу потому это... что хуйня. Точно! Фраза «Бой начинается». Я это потом вставлю, если не забуду.
Я моя графика просто 10 из 10 здесь. Ненавижу поезд. И атака. Моё. Я не понимать. Дайте использовать альту. Ура, дали. Блин. У меня даже вещи на это меня. Не, ну. Капец, это единицы смотрятся как-то мыльно. Вот на пятерке еще нормально. Чё? О, Олег! Смотри, это мне надо.